Сегодня в выпуске. Чем опасно обморожение для питомцев? Куда зимой подкидывают котят? Почему закон не защищает бездомных животных, запертых в подвалах? Для многих людей зима ассоциируется с чудесами и предвкушением праздника, но для многих животных зима становится убийцей. Брошенные четвероногие погибают зимой гораздо быстрее, либо у них возникают обморожения, они остаются без ушек, хвостиков и даже лапок. Как наша сегодняшняя героиня, давайте познакомимся с ней поближе. Здравствуйте, как ее зовут, какой у нее возраст и как она попала в приют? Ее зовут Вонни, попала она к нам прошлой зимой, ее либо выбросили, либо как-то она попала в гаражах и пыталась прятаться под гаражами, то есть под железными. Соответственно, вся обморозилась и после этого попала к нам и в итоге всего потеряла вот часть задних лапок, ушки. Волонтеры приюта удивляются, как эта кошка вообще смогла выжить. Она совершенно не приспособлена к дикой жизни. Вонни метис, не породистая, но и не домашняя, обыкновенная. Это видно по ее мордашке. Несмотря на отсутствие лапок, она очень ловко передвигается по приюту. Правда, только на мягком полу, иначе остатки лапок стираются и доставляют кошке неудобства. Кстати, обморожение могут получить и домашние питомцы. Чаще всего замерзают лапы, уши, молочные пакеты, хвосты. Части тела отмирают сразу, а вот отпасть могут через несколько дней. Ветеринары Екатерина Кустова не рекомендует долго выгуливать четвероногих при температуре ниже минус 15. А если питомец получил обморожение, ему нужно оказать первую помощь. Ни в коем случае не растирать механически, не использовать спирт, содержащий какие-то растворы, водку и подобное, а аккуратно обработать теплым физраствором, нанести наложить повязку, тоже смоченную физраствором, но ни в коем случае не бинтовать, не прижимать уши к голове, а сделать по типу какой-то шапочки. После первых процедур нужно нанести пантенол и отвезти питомца к ветеринару. Бездомных животных к врачу отнести некому. И они ищут укромные уголки, чтобы согреться. Зачастую их домом становятся подвалы. Но и там их подстерегают опасности в лице сотрудников управляющей компании. Они могут замуровать котов заживо. И ни один закон не может их остановить. Вообще часто происходит, летом и зимой, несмотря на время года. Просто некоторые идут на контакты, дают их оттуда забрать. То есть без проблем открывают подвалы, мы забираем, вылавливаем, стерилизуем. Диких даже отпускаем обратно. Мы снимали пример такой ситуации, когда ТСЖ замуровала троих котят. Силами телеканала приюта «Шанс на жизнь» жителей дома малышей удалось вызволить. Живы и здоровы все и уже разъехались по семьям. Но хэппи-энд случается не всегда. У Вони он тоже мог не состояться. Сейчас кошка ищет новый дом, но хозяин должен понимать, что у нее должны быть особые условия содержания. Она немного вредная, она немного как экзот, как какой-то британец или то что-то есть такая в этом с духе. Характером дама. Да, с изюминкой. А вот в чем ее вредность выражается, что она может делать? Она не очень ручная, но при этом то есть ее можно взять погладить, но не всегда. Иногда у нее может быть плохое настроение. Еще одна особенность Вонни – она ненавидит других кошек. Ей нужно отдельное пространство, мягкий пол и возможность побыть одной. Она настрадалась и хочет спокойной жизни в доме без детей и других питомцев. Кстати, в приюте Бусинка таких, как Вонни, еще 400, и им всем нужна помощь. А оказать ее можно с помощью акций от нашего телеканала. Помощники Санты. Мы собираем средства на корм для четвероногих. В день уходит минимум 17 килограмм корма. То есть в наполнителе, проще сказать, мы берем 2,5 тонны в месяц. Древесный наполнитель используем. Ну, без наполнителя, естественно, был бы запах. Ну, то есть не каждая кошка пойдет, поэтому выбрали самый бюджетный. Корм можно приносить в редакцию нашего телеканала по адресу Короленко, 51. А также можно приобрести фирменные стикеры акции в кофейнях Кеннеди, Ренуар и Тревелерс Кофе. Котики ждут вашей помощи. Шамо не ходит. В
следующем выпуске, что такое канистерапия и кому она нужна, как выбрать собаку для лечения, история нашего очередного четвероногого друга.